Приветствую вас, Вячеслав. Мне кажется совсем очевидно, что вы пытаетесь через девушку здесь решить какую-то свою проблему. Мне, конечно, совершенно не представляется возможным сказать, какую именно проблему вы пытаетесь решить, но то, что вы пытаетесь решить, это 100%. Начнем с того, что как-то вот ваш текст не имеет направленности. Ну, то есть вы описываете историю, да, но вы не говорите, что вы хотите. А, то есть, например, вы говорите, что вот я познакомился с девушкой в реальной жизни. Хорошо, отлично, что вы познакомились с девушкой в реальной жизни. Это здорово. Только я не очень понял, а если вы познакомились с ней в реальной жизни, по какой причине сейчас вы общаетесь только по переписка. То есть, ну, логично, наверное, ну, на мой взгляд, логично предположить, что если вы познакомились с девушкой в реальной жизни, то вы можете с ней и продолжать общаться в реальной жизни. Вот, может быть, я, конечно, чего-то не понимаю, но мне представляется вот как-то так, ну, такой мне представляется эта ситуация, вот. То есть я бы не сказал, что понимаю здесь, а то, что вы пытаетесь донести. Следующий важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что да, можно понять, что вы хотите заинтересовать девушку, но для того, чтобы девушку заинтересовать, нужно, чтобы у вас была интересная жизнь, чтобы вам была интересна ваша жизнь, ваша жизнь, судя по всему, вам не интересна, судя по тому, что вы готовы плакать по поводу того, что девушка вас бросит, потому что вы не видите ее как личность, как человека, как субъекта ее деятельности, которой она занимается. Вот. И мне кажется, что это очень серьезная проблема. Потому что, у вас довольно узко получается восприятие, девушка, вот. Это не может не быть проблемой. Вот. Поэтому, если говорить про то, что вы не интересуете ее, да, то я бы сказал, что проблематика здесь именно в том, что вы не горите собой, вы не привлекаете собой, вы горите ею. Вот. То есть вы пытаетесь подпитываться ею.
Это не всегда приятно. Далеко не всегда приятно. Вот. Ну, почти всегда. Почти всегда неприятно. Когда я с тобой подпитываться. Поэтому вариант здесь, на мой взгляд, только один. Это работать над обретением собственной ценности, над увлечением собой, своей жизнью. Вот. И как бы это позволит вам быть ровно с теми людьми, которые вам подходят. Вот. Значит, такая вот история. Поэтому на этом, я думаю, можно закончить. Значит, мой ответ. Вот, полагаю, что можно таким образом дать вам обратную связь. Вот, и надеяться, что вы начнете исходить из того, от чего вы переживаете сейчас. Вот. То есть, что сильнее всего бывает у вас переживание. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ даст вам почву для создания обратной связи, которая позволит начать вам работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.